19 к 2525.06.2018 обновлено. 20.12.25 июня 2018 года 1177131635 Москва, 25 июня, РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление писательницы Людмилы Улицкой об отставании от Европы и агрессивности России. Ранее Улицкая заявила, что России необходимо еще 150 лет для того, чтобы стать европейской страной. По ее мнению, страна уплывает в архаику, идет в противоположную сторону от прогресса и превращается в мировую провинцию. При этом писательница призвала россиян снизить уровень агрессии. Странно видеть застывших в мышлении 1990-х, повторяющих мантры ушедшего времени. Мир меняется, а у них – унылая банальность суждений, написал Пушков в своем аккаунте в Twitter. При этом сенатор подчеркнул, что сейчас Россия находится в центре внимания всего мира, а те, кто говорит о ее превращении в провинцию, сами безнадежно провинциальные. Решетка Алексей Пушков, решетка Людмила Улицкая, решетка.